Так, доброе утро! Я спрашиваю, ты на кого? Ты на кого решил, а? А ну подошел сюда. Василич, я так понимаю, правильно, мы в канализации, да? Да, я... То есть ты считаешь, что как дома, да, находишься в своей среде? Ну, типа бомж Василич, ты понял, да, шуточку? Бомж Василич. Нет, не понял. Не понял? Ну, типа бомж Василич, а не в канализации живут. У нас сегодня приключения с черепашками-ниндзями. Черепашками-ниндзя? Давай почитаем про черепашек-ниндзя. Файл сущность номер 25. В глубоких туннелях водостока водятся какие-то злые твари. Они никогда не знали внешнего света, поэтому приспосабливаясь в этой темной, влажной, тревожной среде, чтобы выжить, их тела полны инфекций, их морды полны злокачественных бактерий. Они слепы, хотя и чрезвычайно агрессивны. Им удалось развить слух, который очень чувствителен к любому шуму. Если вы встретите его, наклонитесь или останетесь неподвижным, чтобы не шуметь, помните. Для них мы просто свежее мясо посреди бесконечного влажного туннеля. Ну вот так вот, класс опасности 6, Василич. А как думаешь, лайки прибегут какие-нибудь? Должны прибежать. Мы тут, а значит, лайки где-то там. Лайки где-то там, ну пойдем посмотрим на лайки. Бомж Василич, ты посмотри. Смотри-ка, Василич, а тут кто-то комментик оставил. Если кто-то прочитает эту заметку, я должен предупредить вас, что вы собираетесь войти на очень темную, захудалую территорию, полную агрессивных существ. Пытаясь сбежать, я нашел бесчисленные трупы, многие из них содержат важные предметы, которые могут быть полезны, чтобы выбраться из этого ада. К сожалению, одно из этих существ укусило меня. У меня закончилась энергия, я больше не могу продолжать. Я даю вам этот совет, я надеюсь, что вам повезет больше, чем мне. Чё-то, Василич, тут фигня какая-то. Нифига себе укусили. Да он не то что, он все туловище дома забыл. Ты что, скафандр решил одеть, Василич? Тем да, что бояться? Дышать нечем. Ты и так у нас, мне кажется, полный инфекций. Ой, слушай, шутник ты. Конечно, такой себе. Че, будем ползать или идти? Ну, я не знаю, может быть. Подожди, а я что, прыгать не умею? Не должен прыгать, но я-то умею. Ты умеешь? А, вода, видимо, такая. Видимо. А, да, вода такая же жиженная. Прыгать невозможно. Так, здесь подъемы есть. Ё-моё. Ой, чё это? У трупов как разные полезности, говорит, есть. Вот у этого я ничего не вижу без полезности. Жрать надо было меньше. Ой, Юха! Да ты чё за фигня, Василич? Нифига себе здесь крысы. Это, Василич, твои ручные, что ли, или чё? Она встала возле... Она встала возле решетки, и чё? Может, она ищет кого-нибудь? Прием! Подожди, Василий, самое время. Прием! Она не слышит нас, что ли? Слышь, Лёха, ты со своим приемом! А мне... Прием! Не, ну с тобой все ясно. Слышишь? Да, какую-то фигню. Это кто-то старые часы так вот эту крутилку начинает двигать. Так, я лучше... А, вот тут лесенки есть. Так, я бегу к лесенке. Лучше добежать. Там, кстати... А, эта комнатка закрыта. А может, она откроется? Вот видишь, открывается. А. О, Василич, ой, надо этот одеть костюм. Радиацию? Да. Хорошо, подожди, Василич, там какая-то фигня внутри. Это что такое? Вон спереди, видишь? Оно двигалось сейчас до этого. Да оно двигается, оно дышит. В одной из тех, где бой, все еще есть нефть внутри. Достаточно ударить по ним, чтобы увидеть, заполнены они или нет. Чтобы извлечь ее из контейнера, вам понадобится бочка. Кого? Чтобы извлечь из контейнера, нам понадобится бочка? Люха. Это что за фигня? Нифига себе, это что такое, Василич? Нам, короче, я нашел эту, походу. Нам надо найти бочку, чтобы у нас был этот. Это что за человеческий многоножка, Василич? Не знаю. Вот так, короче, да, давай ищем бочку. Пойдем нафиг отсюда, закроем все. Ой-ой-ой. О, Василич, беги! Беги, Василич. Так, и где же мне найти дверочку? Фига себе, я-то не успел выпрыгнуть. Я-то бегу, я такой, куда я не прыгаю просто.
Потом оборачиваюсь, а мой коллега... Блин, сейчас ну... эта штучка была, которую мне должна была показать. Здесь, слышь, здесь тараканы еще. Слышь, тараканы. Здесь прям здоровенные тараканы. А если я боюсь тараканов? Да, Василий, сейчас тут сам... Здесь... Что это вообще за место? Все так, как будто весь мусор стал сталкивались с этих. Где мне эту-то найти дверь? В смысле, здесь такая здоровая канализация, Василич? Так, все, я бегу за этой. Сейчас мне покажут, куда ой, идти. Крыса, крыса тут. У меня оно неподалеку от тебя. Так, говорит, туда, говорит, идти куда-то. Хорошо, пойду сюда. Так я отсюда... А, это ты сидишь? Ой, ё-моё, Лёха, не пугай меня так, а. Так, где ой, мне найти их дверь? Ой, две! А, вот она, дверь. Я тут Лёха. Прям рядом, оказывается. Она прям рядом была. Огромная. Их две, Лёха, аккуратно. Ну они ж... Подожди, я с трупа не забрал все. Сейчас она пройдет. Я пойду немножко дальше, посмотрю, что тут есть, в принципе. Да, там надо, короче, туда, если пройдем. То? А, там, где тараканы, там, скорее всего, что-то есть. А тараканы нас видят, слышат? Не знаю. Вообще даже заметок нету. Так, а ты где? Вот я сзади тебя. Да. А, вот они, видишь, тараканы? Вот он. А, но они нас не видят вроде как. Да, и вот, вот здесь, вот здесь справа, да, вот какой-то проход, и там тоже вот тараканы, и там что-то, по-моему, было. Попользуем аккуратно. Я надеюсь, нас не забьют тараканы. У тебя дихлофоса нет с собой? Ну, слушай, нету, но я могу спокойно фонариком, мне кажется... Я вот дихлофос, уходи! Лучше бы у тебя интеллект был 3, а ой. Подожди, здесь вот эта штука сидит. Она на звук тоже реагирует или как? Я так понял, что там да. Там вот видишь, два трупа есть. Может, что-то возле них есть? Опа. Еще одна спрыгнула. Я не знаю, там есть что-то у трупов, нет у этих? Ты шляпку свою сними, а то он у тебя вылазит из этого. Василич! Беги, Василич! О! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихонечко! Ё-моё! Всё хорошо, Лёха. Так, пойдем в это говно. Или ты туда направо? Там открывается у тебя. Ну тут открыто. А, да, ну пойдем вместе. Пошли. Так, подожди, ой, фигня ой, за нами бежит. Блин, дверь, заблокирована дверь. Она все еще за нами. Не, она спокойно идет, мы тоже можем спокойно идти. Так, тараканчик. Сейчас, погоди, я попью. В смысле, че она такая здоровая канализация? Труп. А что нам у этих трупов-то найти надо, я понять не могу. Но у них вообще ничего полезного с собой нет. А, он пошел в другую сторону. Знаешь, походу мужик там наврал. А, подожди, здесь дверь сказать? Была все это время. А, да? Да. И здесь эта штука есть. Вон там какая-то записка лежит. Вот за одного из трупов. Нам, короче, трупы, получается, в скафандрах надо искать. Ой, Лёха. Фига себе, он там как это. Смотри, какой он радостный. Оно видит, интересно, или нет? Это жаба! Это жаба! Ты жаба такая? Три шестерни доминируют над двумя боковыми противовесами. Вы должны опустить их с помощью рычага до такой степени, чтобы они нажимают нижние кнопки. Когда оба индикатора будут зелен, внутренний шип ячеек поднимется. Найдите оставшуюся шестеренку рычаг, чтобы активировать механизм. Здесь, короче, механизм есть, Василич. Угу. Нам надо найти, короче, шестеренки. И сюда их ну, применить. Хотя бы стало понятно все, более-менее. О, здесь даже дверь открывается. Только зайти некуда. Так, короче, нам надо шестеренку а, будет ставить. Куда-то. Как-то. Да, двери какие-то открываются, но зачем, непонятно. А, это вот это поднять, походу, чтобы мы могли... Наверное, и вот видишь, кнопка да, здесь да. Потом и будет. Там тоже кнопка.
Подожди, он говорит, три шестерни. А, ну мы просто вот большую на маленькую оденем, получается. Все, да, понятно. И рычаг нам нужно будет ставить. Ну, и, короче, понятно. Крутить, пока эти двое не заработают. Ладно, ладно. Хотя бы цель ясна. Так, жаба. Да, короче. Иди в шопу. А? Пойдем в другую часть прогуляемся. Сейчас, сейчас я аккуратно хожу, чтобы меня не слышали. Там крыса идет в эту сторону. Потому что это тебя услышало. Нет, она не бежит. Она идет. Короче, на выход, как выйдешь направо, крыса к тебе сейчас, кстати, пойдет. Вижу. Вот, и как от нее выйдешь направо, иди. Не, погоди, направо. А, все, она прошла мимо да, меня. Да, вот, 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 сзади тебя. Вон, видишь? Вот, да, я да, стою. Да, я иду. Все, не переживай. Я аккуратненько иду. Шуму не подаю. Это водичка, ребята, гудит. Пойдем вы сюда, зайдем. Смысл, она прям здоровая канализация. Мне кажется, мы здесь прям на всерьез и надолго. Почему-то у меня такое чувство. Так, вон, записка у трупа есть. Ну, отлично. Зачитывай. Так, на всякий случай, если я забуду углы переключения передач. Один это 120 градусов, два это 20 градусов, три 260. И здесь есть забрать ключ канализационный. Забирай. Так, канализационное помещение. В первой надо повернуть на 120 градусов. Сейчас, подожди, я это сейчас задокументирую все. Ага. Не, просто в кармане телефон есть, я достал, сфоткал. Правильно. Так, то есть мы сейчас найдем какое-то помещение. Да, и там надо будет все это поднастраивать. Да, и там вот у нас в воде вот эта штука, жаба. Да она сейчас уйдет. Ну и долго ее ждать. А, это вдалеке водичка. У меня, видимо, кончилось. Пошла вон отсюда. Местный, блин, это дезинфектор. Я хотел сказать дезинсектор. О, смотри, вот слева есть комнатушка какая-то. Я что-то их вообще эти комнатушки как-то не замечаю, потом такой поворачиваюсь, и есть что-то. Еще одна записка. Я наконец взломал его, он представляет лабиринт полный баров и кнопок с двумя отдельными контурами. Каждый контур дополняется другим, то есть вам придется уступать место кнопками. Вы должны отделить, убедиться, какой забор скользит при нажатии кнопки, чтобы мало-помалу приближал к концу этого лабиринта. Очень важно не разделять так много, это может быть вредно. Что? Короче, я так понимаю, мы будем находить какие-то кнопки, чтобы открывались другие двери. Вот видишь кнопку, например. И что-то где-то вот открылось. О, вот, вот это открылось. Ладно, так, хорошо, я нажимаю рычаг. Ага, ну тут просто. Но мне кажется, здесь не все так просто будет. И почему-то так было написано, что не надо много открывать. Так, здесь третий. Давай. Ага. А, Лёха, иди сюда. Смотри, вот эту мы закроем сейчас. Потому что она... Отойди, отойди. Ага. Ты же сказал, много не надо. Вот, все, мы закрыли. Читай, а проход. Здесь тупик. А если она открыта будет? А так вот, видишь, это есть проход. Хитро, ладно. Еще рычаг, Лёха. Да, и да, дальше вон еще один рычаг. Какую-то там дверь открыли. А этот что открывает? О. А, вот, да. Да, то есть получается, вот тот сначала надо было, потом этот. Понятно. Мы здесь открыли что-то. Вон там открыли. Так, Лёх, мне звуки не нравятся. Тебе нравится? Вопрос, что мы ищем. Где-то там что-то вдалеке. Подожди. Это такая жесть. Ага, это закрылся, походу. Так, а если мы вернемся... Блин. Погоди-ка, погоди-ка, а что если... Ну-ка. Погоди. Ага, мы это закрыли, а это не открыли. Я думаю, так будет. Ну ладно, открываем эту, значит. Так, ну нам надо назад вернуться. Сейчас. Вот, 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 давай вот здесь. Вот, все, мы сейчас назад сможем выйти. Пойдем назад.
Погоди, сейчас я кое-что. Да иди ко мне, в смысле, ты надоел, иди ко мне. Чего надоел? Я хочу проверить этот рычаг. Кого? Может, вот мы сейчас. А, вот это закрыто, да, у нас по-прежнему. Блин. Погоди, сейчас. Давай, тут надо какую-то открыть, чтобы вот тут дальше проход открылся. Может, так, что я открыл, даже... что закрыл? Ага, ну не знаю, возле меня закрыто. А-а-а, вот оно что, вот что я сделал-то. А, вот оно что. Понял, понял. А подожди, а если вот тут... Что за звук? Я, возможно, тебя закрыл. Невозможно, точно. А, так, погоди, а я еще один рычаг нашел. Погоди. Опа. Надо здесь вот где-то вот здесь должно что-то открыться, мне кажется, или нет? Или я вообще не то делаю? Сейчас, погоди. Я начал потихонечку понимать, что я делаю и зачем я это делаю. Так, хорошо. Если я сейчас вот этот вот рычаг... Да, я вот это сделал, я освободил себе там. Ну-ка. Мне кажется, зря я назад прошел. Так, это ты меня назад впустил. А, ага, все, все, понял. То есть, если я сейчас... Давай, смотри, вот. У нас тут проход появляется. Вот сюда заворачиваешь, вот тут рычаг. А. Этот рычаг открывает вот эту вот решетку. Но больше она ничего нам не дает. И выход, понятное дело, заблокирован. То есть... Как там поступить? Типа одному надо было, может, куда-то дальше пройти. Так, подожди. А, все, ты. Все, вот! Ты... Все. Теперь а, смотри, ну, отходи, здесь... отходи, отходи, отходи. Сейчас мы берем вот это вот. Все. Вот, да, 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 в натуре, красавчик. Да ты тоже молодец. Так, теперь вот здесь начинаем наши приключения. Так. Ух ты, нифига себе, а не много ли рычагов, ребят? Ну, нам, мы даже примерно не понимаем, куда нам надо пройти. Ну-ка, нажми. Что-то вообще ничего. Что-то вон там открылось. Ну, тут... Подожди, подожди. Подожди, я дальше прошел. Угу. А, подожди, подожди, я вернулся, что ли, туда, где мы были уже? Ты открыл путь туда, откуда мы пришли? Ну, типа, да. А, вот, нам надо вот к этой решетке пройти. Все, сейчас, я погоди, понял, там, куда. Рычаг еще не вот, все, все, все. А у нас резака нету, блин. А, подожди, у нас есть. Точно, у нас есть же этот. Кусачка. Все, ништяк. Я думал, если бы нам надо будет по новой потом это все делать, в смысле. Я больше всего ненавижу вот эти вот коридорчики. Ага. Шипы видишь? А, вот что это такое тикало. Нам надо отключить шипы, чтобы пройти. Да. Хорошо. Так, же, опа, записочка. Информация о шипах. Вдоль коридора были расставлены охранные пики и ловушки для защиты некоторых зон. Если кто-то хочет отключить их, вам нужно соединить кабели в кладовой. Это должно остановить шипы. И все, мы просто открыли сейчас другой вход. Я помню, эту дверь мы пробегали, она заблокирована была. Ой, жаба, теперь, жаба, жаба. Теперь у нас есть простой вход туда. Крыса. Привет. Че, пойдем по мусорному этому, которому мы изначально... Пойдем. А мы там не дошли, да, до конца по мусорному? Да, мы смотри, мы туда с тобой пошли, до этих... через тараканов, но там жабы появились. И вот как раз ты говорю, сюда зайти, а я говорю, там тут проход. Да. Ё-моё, тут крысы есть ещё. Ой, крадусь. Да меня эти звуки вообще пугают. Ты думаешь, меня они не пугают? Так, тут еще у нас записочка. Дробилки перебраться на другую сторону, кажется, невозможно. Есть способ, вам просто нужно найти рамку 3 на 3 и расставить чисто в правильном порядке. Это должно остановить их. Это у нас за шипами рамка 3 на 3. А-а-а. То есть, чтобы здесь пройти, надо там пройти. Все, да. Дальше, пойдем дальше. Там вон вижу проход и еще один проход. Да, нифига себе, какая...
Не знаю, я... Да слушай, ты знаешь, я перестраховщик в этом плане. А, это за той решеткой, все, я понял. Так, куда мы с тобой вышли. Вам нужно канализационный ключ. Так он есть у меня же. И выход, чтобы открыть эту дверь, так он же есть. Почему я его не могу использовать? Эти маленькие крысы почти дошли до меня. К счастью, они в конечном итоге отвлеклись от кусками мяса, которые были на полу, благодаря чему я жив. Так у меня же есть ключ. Почему я не могу его использовать? Может, это не та дверь? Может быть, куда-то в другие надо, в местах вставать? Да, а, да, вот, да. Наверное, может... Так, подожди, нет. Так, здесь еще есть куда гаситься. Ну, это плюс. Так, и там у нас еще был какой-то один проходик, да? Так, здесь у нас тупик. Здесь вообще ничего нет. А, вот еще одна записка. Код кабеля, выход канализации слева. Белый RJ4, розовый AC2. Синий AB1, BA3. Так. Документируй, документируй. Задокументировал все. Задокументировал. Все, прекрасно. И двигаемся дальше. Да. Так, значит, в эту дверь... Подожди, я вот не понимаю, у нас же есть канализационный ключ. Почему я... Опа, крыса, крыса, крыса. По бокам. Ой, не-не-не, я в другой бок пойду. Да-да-да-да-да. Что-то я к той стенке прижался такой, потом... А, нет, она мимо пройдет. По полям, по полям. Не едет к нам. Красный крыса бежит к нам. Так, а у теперь него... вот напротив туда сходим. Вот в ту желтую фигню. Она назад топает. Хорошо. Почему ключ не подходит? Да. Но мне, может быть, этот ключ, чтобы с другой стороны выходить? Возможно. Лёха. Чё? Обернись. А, ну, хотя, да, хотя бы. Хотя бы так. Потому что я ж боюсь за тебя, Лёха. Ё-моё. Какая она большая, да? Ну, знаешь, что еще больше? Чё? Моя любовь к тебе. А, да? Нам вот прямо туда надо, в ту желтую фигню мы не ходили. Да, ща пойдем. Стоп, а мы и в тот поворот не ходили. Какой? Здесь ничего нету, с того мы пришли. Ага, все. Не, это, я сказал, это проход, там решетка а тут стоит. Тупик, наверное. Да. Это практически в самом начале та сторона. Ага. Помнишь, крыса остановилась возле решетки, так вот это она. Так что, в принципе, опа жаба. Так, нам еще где-то вот эта бочка нужна. Какая-то, чтобы найти бензин. Так, а налево здесь мы ходили, да? Да, там была что-нибудь записка какая-то, нет? Там вот жабы где были. А мы с тобой не дошли же до конца полностью. Да, там жабы были. Жаб. Сейчас я к тебе подойду. И пойдем туда. Подожди, вот бочка, походу. Бочка? А нет, она не берется. Ну просто бочка отличается от других. Я и подумал, что это может быть та, которая нужна. Но она здоровая. Так, и что нам делать, я не понимаю. Канализационный ключ есть. Старый ключ, которым можно открыть дверь. Почему он тут дверь не открывает? И там какие-то градусы нужны были. Может, мы там что-то пропустили, что там что-то... Мы очень много на самом деле пропустили, Лех. Мы просто не ходили вглубь еще в этого канализации с другой стороны. Мы ж только эту часть сейчас, считай, пробежали. Давай как-то это. Ускоримся, я понял. Ага, ускоряемся, и тут же крыса появляется с поворота. Вот будет весело. Так, крыса. Она прям что-то очень быстро сюда бежит. Опа, она. Может, она звук на какой-нибудь бежала? Так, ну пока она тут, побежали туда. Да, сейчас. Я вот не понял с ключом канализационным, чего где поворачивать надо. Ты где там? Я вот по вот этой верхушке ползу, чтобы это, если что, не забираться лишний раз. Так, там вот спереди еще крыса. Так, мы сейчас куда?
Так, направо сейчас... нет прохода. Угу, мы как раз видели эту секцию. Слева хорошо. Вот бочки были. Там, где нас по итогу сожрали. А там же тупик, да, в конце был? Там, где бочки. А я не помню, мы с тобой выбежали, потому что на тебя жабы да, напали. Да, тут тупик, подожди, тут какой-то ящик. А, это прятаться, что я понял. У трупов здесь ничего нету. Такое чувство, что где-то у нас пазл не складывается. Слушай, у меня вопрос, а насчет вот этих бочек, надо какую-то бочку принести или оттуда взять? А, я как понял, нам нужна, скорее всего, какая-то канистра. Угу. А может быть, слушай, а может быть, она там внутри есть, эта канистра? И там ты можешь подходить к разным, в смысле, этим. Блин, да как туда пройти-то? Вот, вот. Да, 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 давай тут. А, там можно подходить к бочкам с нефтью, ну, то есть бензом. Скорее всего, нам нужна какая-то канистра. Там просто написано, на, я не знаю, на каком языке все это дело. Давай походим, посмотрим. Вот видишь, он к этим подходит, в смысле, к бочкам, типа. А, пусто. А? Тут вот эта жаба есть еще. Вообще такие беспалевные. Что? Ну то, что по бочкам бьем. А, вообще. Как ты ее открываешь? Да нет, ты просто рукой по ней бьешь и все, в смысле. А, звук. Да, звук. И та, которая полная будет, мы поймем. О, Лёха. Да мне страшно. Надо таблетки выпить. Где таблетки не выпил? Пусто. Стоп, так вот тогда не пусто, Лёха. Ты вот нашел? Так вот же она стоит, я-то... А, все, да? Да, все, значит, пусто. Нам надо какую-то эту... Ёмкость, чтобы туда вылечить. Да, да, да. Я там находила в одном месте, чтобы излечь ее из котры, вам понадобится бочка. Ну я тебе базарю, я там прям находил как будто бочку какую-то. Ну я понял, как емкость какая-то, куда можно это все перелить. Ну там опять же, там такая емкость, в смысле, там знаешь, как кега. Ладно, пойдем отсюда. Так, ну ладно, я запомнил. В смысле, здесь собака. Собака! Она бежит! Так, ну, я от нее ушел. Я на бочках не так, а что ты там делаешь? Она за тобой бежит! Она за тобой бежит, если что. А нафиг она за мной бежит? Не знаю. Она дверь открывать умеет! Я очень рад за нее, что, да? В смысле, я решетку закрыл, она ее открыла, прикинь! Ладно, я пожалуй, пойду. Да, надо туда налево сходить. Я сейчас не знаю, сейчас я тут пожру что-нибудь. Вон, ой, таблеточки вот она. Возьму. Она у тебя не... собака? Да, она проходит мимо этой канализации, но пока меня не увидела. Да, и нам вот надо прямо туда, там, где вот эта собака. А, прямо ты. Да, мы туда не ходили еще. Давай, сейчас. Так, короче. Крыса пройдет, да. Потому что мне надо выпрыгнуть и на лестницу там забраться. Собака пошла налево. Нам надо смотреть вправо. Ай, блин! А нафиг она назад-то повернулась, крыса? В натуре крыса беспонтовая. В смысле, я прошел мимо нее, в смысле, она просто взяла уже не то. Да, да, да. Даже его поступки, как у крысы. Здесь еще, короче, комната есть в конце на... Подожди, а? Так, сейчас я вернусь. Мертвым посмотреть? Ну, я просто гляну. Там в конце, как пройдем, там направо будет это. Меня вот она куда-то вот сюда ведет, я не могу понять, куда. Где мне дверочку-то искать? Ну, скорее всего, там. А, по-моему, вот нашел. Нашел, да. Так. Так, где у меня манат? У тебя с другой вот на этой, наверху или не наверху. Ты собрал? Да, 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 да. Там вот сейчас комната справа будет. Так, шкаф еще куда прятаться. Так, труп с запиской.
Я нашел выжившего, он рассказал мне о статуе, которая говорит вам, как разместить потерянный медальон в процедурной комнате, но вам нужно пройти через несколько движущих дробилок, нам нужно будет посмотреть, как их остановить. В ходе случая, как только это будет сделано, откроется тайный отсек. Вот так вот. Угу. Примерно череду событий понимаем. Да, сначала шипы, потом дробилки, так, и вот дробилки. Вот комната тоже. Как раз. И может быть, да. Вот сюда сейчас ключ этот нужен будет. А ты в комнате, что ли? Да, я вот разблокировал. На, вот ведро взял. Все. О, так, хорошо. Так, с энергией, сейчас с энергией. Сейчас раскидаю, что кого куда надо. Да правильно, ты там пока бегаешь, в смысле, блин? В смысле, я сзади тебя. Так, белый RJ4. Белый. Здесь нет белого. Дурак, что ли, еще? Здесь нет белого. Розовый. Здесь смысла вообще нету таких кабелей, которые мне нужны. Смысл, они угорают или что? Ну-ка, отойди. Ну подожди, синий. А подожди, а что мне? Ой, меня током ударило, блин, сейчас подожди. Так, ты мне объясни схему. Схему? Белый надо на RJ4. Угу. А ты белый видишь здесь? Нет, просто поясни мне, все прочитай. Белый RJ4, розовый AC2. Синий на AB1, зеленый на BA3. Так, белый на AC2? Белый на RJ4, розовый на AC2. Ай, блин. Поменять может тогда, но потому что белого нету. Сейчас я еще раз попробую. Так, ну давай, синий-зеленый главное. То есть надо было правильно. Ну, синий, да, на AB1. Сейчас я выпью только, подлечусь. Да. Потому что меня долбанет током. Розовый, розовый AC2. Наверное, красный. Нет. Розовый на AC2. Ну ты красный, ну, попробуй красный. На AC2. Ну так я поставил. Белый? Я а желтый попробуй, желтый. Вот так, да, попробуй. Че, нет? Нет. А что, нам кабеля, что ли, где-то искать надо или что? Вот, просто. Меня даже не убивает, кстати. А что за фигня, смысл? Провода, что ли, поменять надо? А, ну, я что-то... вот тоже не понимаю. Ну, смотри, здесь рядом еще есть вот генератор, куда, наверное, залить надо это все дело. Я ведро здесь взял еще. Я вот бензиновый баллон, да. А ведро-то мы сюда взяли. Погоди-ка, таблеточки. А ведро зачем взяли? Не знаю. Его, ведро, не которое знаю. Можно использовать для подбора некоторых вещей. Ага, понятно. Что? Не так. Я не понимаю. Я пытаюсь понять, но я не понимаю, Лех. Ну, в смысле, я тоже не могу понять. Нам надо включить электричество. А что нам даст электричество? Что может дать там электричество? Нет, погоди. Смысл, да. А, что? Стой. Не то ли говорилось про кладовую, про шипы? А, да. То есть мы шипы выключим? Да, да. А бенз куда заливать? А бенз? Ну вот, типа, мы должны соединить, и здесь, по идее, вот эта фигня ну, должна... Ну да, она запустится, и мы бенз зальем. Я думаю, что это так должно работать. А подожди, код кабеля, выход канализации слева. А подожди, а может быть это? Может быть, нам надо еще найти записки? Пойдем здесь. Может быть, там действительно будет что-то с белым? Так что пойдем отсюда. Пойдем, я уже... Мы еще налево здесь не ходили. Да. Вот туда налево до конца не ходили. Ну, мы примерно представляем уже, что будет. Так, а это что за помойка? Там собака есть. Да какая она вообще бесконечная-то, а? Что, канализация-то? Да. Да. Еще и собака ко мне прибежать хочет. Она бежит. А я ее обманул. Пошел вон отсюда, что тебе надо от меня?
Нифига у него лысина, как у тебя, Василий. Спасибо, ушли. Леха, она сейчас на меня же пойдет. В смысле, а ты мне что предлагаешь, а? Сдохнуть, что ли, или что? Смысле, фига ты молодец. Так, надо выпить. Я спрятался. Молодец. В смысле, здесь она еще такая здоровая, вентиля... канализация эта. Так, я еще и напуган. Выпить что-нибудь. Так, ну. Так, а это что за комната? Грязи. Да блин, здесь лягушки выпали. Три штука. Ты где, Василич? Я лечусь. Да какая собака опять? Ты меня надоел уже, а? А, собака после меня, видимо, прибежала. Ой, у меня... А там крысы еще. Я сейчас сдохну. Меня собака жрет. Ой, да меня жаба еще жрет. Слушай, да ты... популярен. Популярен. Да, очень, очень популярен, я бы даже сказал. Так, здесь у нас что? Почему призрак прыгать не умеет? Так, куда? Так, сюда. Так. А подожди, что тут прям... Прям возле моего трупа дверь, что ли? В смысле, здесь прям дверь в воде. Я, по-моему, прям здесь и сдох. Так, на секундочку. Это шутка такая или что? В смысле? У меня дверь прям на моем трупе. И собака идет. Так, ей главное не попадаться. Вот, ты умер. Да. Судя по всему. А, погоди. А, у меня дверь рядом. Я про что и говорю, здесь вообще какие-то странности творятся. Так, надо зайти в эту комнату. Комнату грязи. И здесь, наверное, что-то найти. А что я здесь ищу вообще? Там записка есть. Я убегаю от жабы. Тут есть записка, которая что-то нам сейчас даст. Смотри, а где ты? Да вот тут у меня три жабы прям возле этой записки, прям в упор стоят. Ну, учту, конечно, но... Ну, в смысле, это, я тут в дверь забежал. Да какая собака-то сюда, в смысле? Так, ладно, все равно сдохну. Так, нашел коды. Коды чего? Эх, что этот сделать с этим? Скажи мне, я тебе скажу. А, ты на те кобеля на нужные. А собака куда-то исчезла. В смысле, исчезла собака? Она только что здесь была. Куда она делась? Коды все зафиксировал. Там, по-моему, нужные кобеля нам указаны. Они как раз это ловушки остановят. Там синий, желтый, красный, зеленый. Все четко, короче. Понял. Может, так, все здесь. Подожди, ты я куда сейчас приду? Так, я где? Так, здесь собака. Понял. В топку собаку. Я убегаю от нее. Она меня жрет. Да надоели эти собаки. Так, она в обход пока побежала. У меня пока есть чуть-чуть время. Так, желе. Так, все, я бегу. Как прийти к той комнате? Как мне вернуться тут? О, есть, я ящик нашел. Хорошо. Сейчас мы вернемся к той комнате. И мы отрубим... Шестерен? А, это... Мы отрубим шипы ловушки. Угу. То есть мне искать комнату с шипами? Тебе надо искать там, где мы сейчас до этого провода соединяли. А, найду. Помню, куда идти.
У меня не так много жизни осталось. У меня тоже. И миндальной воды. В начало бы вернуться, там же вагон миндальной воды было. Я вообще не понимаю, где я хожу, куда я прибежал. Жабы бегают. Так, я вот возле, кстати, начала. Вот мне бы в начало бы попасть. Там целый вагон миндальной воды есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, а это что за записка? Я устал, искал везде, я не могу найти эмблемы, которые должны быть размещены в комнате для очистки воды. Просто проверьте основные каналы, чтобы видеть, не затопленные. Но эти мутные воды не позволяют. Я вижу дно, если бы у меня было только металлоискатель. В смысле, нам еще и металлоискатель нужен? Давай ничего, вообще угорают, что ли, или что? Да. Подожди, а это что за комната? Я какую-то кладовку нашел. Да ты все находишь? Я тут, блин, открыл. Еще одна записка. Если кто-то найдет шкафчик с накладкой для замка, используйте следующий код, чтобы открыть его. 2686. Я забыл достать свои вещи из этого шкафчика. Я, конечно, рад за него, что он забыл. Но наша ли это проблема? Так, шкафчик какой-то еще. 2686. Здесь этого желе прям, прям вагон желе. У меня уже желешка, конечно, есть. Так, если что, я почти у комнаты с электрощитком. Вам нужен ключ лечения воды, чтобы открыть эту дверь. Какое лечение воды, смысл? А куда у меня канализационный ключ делся? А что за дичь? У меня канализационного ключа нету. А, может быть, я им какую-то другую дверь открыл, может, я к чему-то подходил, а она разблокировалась. Ну, да. А может, ты как раз вот этот электронный, где электрощиток? Может быть, я к чему-то подходил. А, кстати, подходил, ты не сказал. Я просто говорю, что... Так, какой там код? Я, если что, возле щитка, я сразу... Возле щитка? Давай. Сейчас тебе скажу. Так, щиток. Синий RG4. Так, сейчас, ага, синий RG4. Желтый AB1. Ага. Красный BA3. Ага. Ну и зеленый AB2 или что там. Есть! Шипы отключены. Так, теперь вопрос, как нам пройти к шипам. Так, сейчас подожди, я еще одну желешку выпью. Где-то еще шкафчик должен. В смысле, здесь столько делов надо сделать прям. Да, но... Куда мне бежать-то, блин? Какая собака? Иди нафиг, смысл. А, так, Леха. Я куда прибежал? Я не знаю, где я. Так, это... А, все, понял, в комнату к жабам прибежал. Да иди нафиг, собака, отстань от меня. Мне страшно. Мне тоже страшно. За мной собака бежит. И у меня сейчас это кукуха поедет. Так, я где вообще? Где я нахожусь, блин? Я примерно тебя видел. Ты когда убегал от собаки и крикнул, ты в какую сторону повернул? Я не знаю, я просто бежал, у меня кукуха едет. Так, все, от кукухи я выпил. Я пришел. Короче, куда-то я пришел. Так, а я как примерно... мы сюда добирались? Так. А это куда комната? А, я в лабиринт зашел. В лабиринт? Да. Как это умудрился до лабиринта добраться уже? Так, тут очень много ящичков. Ну, по новой я не хочу по нему бегать. Ну да, да, да. Там же как-то мы по-другому, да? Там обход какой-то есть же у нас. Какая-то комнатка может какую-то. И это что, комнатка лечения воды? Ну-ка. Нет. Это комнатка... У меня крыса тут идет за мной прям. Она меня сейчас сожрет. Ну, да блин! Сожрала. Так, подожди, я вот в лабиринте. Лабиринт.
А, я не могу сквозь стену в лабиринте ходить. А, я возле дядьки, который как раз этот написал код для отключения шипов. Вот где я. А, вот где шипы. Ага, все, мне сейчас надо найти комнатку, где мне воскрешать. Ой, собака! Так, да где эта комнатка-то? Я, по крайней мере, знаю, куда... А, вот она, ништяк. Я теперь, по крайней мере, знаю, куда мне... Крыса! Так, три жизни осталось. Так, ладно, я сейчас пока буду... Так, все. Так, я в шипах. Сейчас бы понять, где эти шипы. А что мне надо с этим сделать? Они у тебя не выключились? Да нет, они выключились. Мне здесь надо играть, типа, помнишь, в детстве была игра «Медведь и русалка»? Ну, типа, мне надо, скорее всего, в ряд все эти составить буквы. А-а-а. Так, не то делаю. Да блин. А, вижу тебя. На, позанимайся этой фигней, мне плохо с этим. О, записка. Так я труп, Леха, сейчас я подойду. Если я... номера кадров 3-3 в порядке, шредеры перестанут работать. Так, вы не можете больше нести желе. Здесь вот желе, кстати, вагон прям. Так, первый вот ставим. Я понял, где ты? Я иду к двери. Второй. Опа, я близко к ней. О, вижу, нашел. Так, оживаю. Фигню какую-то делаю. Так, забрать все. Лех, слушай, ты не сможешь встретить меня так, чтобы я хотя бы в проходе, если что, увидел тебя? Сейчас, подожди. А, не-не-не, погоди, я, кажется, нашел тебя. Сейчас, я вот по этому тоннелю уже и бежал. Сейчас стану тут где-нибудь. Я стою, короче. Я не знаю, в какую сторону выйти, чтобы тебя в тоннеле увидеть. Короче, где мусорка начинается, помнишь? Мусорный коридор. Это туда надо. Так, вон тараканы. Там крыса идет. Пошла нафиг, я сейчас дверь закрою от нее. Главное, желешек в вагон валяется. Типа, и тут идет замес на то, что надо дофига бегать. О, да. Я здесь. Вот, и надо вот эту фигню собрать. А, это быстро, блин. Сейчас, давай. Секунду. Быстро, говоришь? Да. А, ну в натуре, фига ты. Все готово. Все, ништяк. Что-то звук, да, какой-то был? Знаешь, да, у нас сейчас эти отрубились. Эти штуки у нас были в конце мусорки, да? Насколько я помню. Ты про это, про лезвие-то? Да. Так, я выпиваю желе. Я, кстати, тоже выпью, пожалуй, желе. И заберу новое желе. Ой, вкусненько. Ой, вкусненько, как бабушка готовила. И постом побегу. Я за крыса. Блин, не вовремя крыса. Чуть-чуть пройдемся и нормально. Так она идет туда, кстати... куда нам надо идти, понимаешь? А, блин. Да ты спокойно иди, что на приседе. Они тоже не реагируют на обычную ходьбу. Я это заметил, когда ты ходил. Я такой, ну и нафиг. Да, я только что шел, в смысле, она мне навстречу шла, в смысле, и меня это сожрала. Прям побежала на меня, согрелась. Ну, если прям слишком близко туда присесть можно и не двигаться, тогда она тебя точно не заметит. Я думаю, это крыса уже. Это жаба. Так. Да блин, а чего вы все вот так вот проходите, слышите? Задолбали. Сзади крысы есть что? Угу. О, лезвие за... Да-да-да, все нормально. Ну, хорошо. Так, дверь закрыл.
Она же не зайдет в дверь? Нет. Так. А нам теперь медальоны надо найти при помощи металлоискателя, который фиг его знает, где взять. Медальоны, нам надо помощи... Три медальона валяются на дне этой жижи. Чтобы нам их найти, нам надо бегать, в смысле, с металлоискателем. Есть где-то еще какой-то проход, куда надо другие эти провода подцепить. Какая все фигня, а? Да это вообще жесть какая. Я понимаю. И ключ у меня этот куда-то делся еще. Так я же говорю, ты использовал его. Ну, может быть. Ты сам говорил, что использовал его, когда в электрощиток заходил. Так, ты по ту сторону пойдешь, да, крыса? Вот я тебя и вот так и обойду. Блин, меня сейчас звук испугал. Ну, у меня, блин, 3 жизни всего осталось. Так, а может... Нет, чтобы открыть эту дверь. А где это? Ключ-то найти, ребята. Так, это ящик для того, чтобы прятаться, а не... Здесь просто нифига в конце нету, насколько помню. Здесь просто ничего нету. И медальки надо искать. Все надо искать, все делаем мы. Реально, а где? Будет прятаться. Тут хотя бы, ну, что-то разойдет. А! Крыса бежит. Она подходит, походу, меня. Она прям возле меня пробежала сейчас. Она у меня услышала, я бегал. Я все, тоже бегал. Все, она туда убежала, она сейчас назад просто пойдет. Да, лучше побежим. А то что-то задерживаться не хочется. Это тупик. Сейчас я зайду на базу эти. А, ты эти лекарства. Да. Все, бери. Забеги тоже на базу, я думаю, надо позвать его прям, на всякий прям пожарный. Я давай, сейчас я... А, блин, ну просто побегу, а. Задолбали уже. Я еще дверь закрою здесь. Так, ребят, я сразу говорю, мы сейчас, наверное, закончим этот выпуск, потому что записалось 50 минут, я боюсь на всякий случай синего экрана. Прям очень сильно боюсь. Сейчас, может быть, мы это все дело дозапишем, ребят. Не забываем подписываться на канал. Подписывайся на канал Maximus Channel. Ну тут прям в натуре, тут такая жесть. Я не знаю, мне хватит вообще жизни или нет. Пишите свои комменты, ставьте лайки. Ребят, поддерживайте. Ну здесь реально прям какая-то жесть творится. Нам целый вагон еще всего надо найти. Надо найти металлоискатель. Есть какой-то канализационный выход у нас. Он как помечен там, сейчас скажу. Шипы, ловушки, шкафчик надо какой-то найти с накладкой для замка. Так, статуя понятная. Выход канализации слева. Есть какой-то выход канализации слева, куда у нас подойдут коды тоже. То есть нам надо накладку для замка найти, выход с канализации. Короче, целый вагон всего делает, ребят. Подписывайся на канал Maximus Channel, подписывайся на мой канал, подписывайся на канал на Рутубе, на Дзене. Василий, скажи что-нибудь. Я хочу сказать, ребят, самое главное. Знаете, вот... Быстренько так сказать, эта игра, вот отличие от прошлого Backrooms, с которым мы проходили, она слишком насыщена деталями, которые на самом деле можно было бы избавить. Но я думаю, что мы все-таки пройдем эту игру и уже в конце сделаем наш общий вывод. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать в комментариях, нравятся ли вам эти выпуски. Вступать в группу ВКонтакте, Рутуб, Дзен, еще все платформы, все есть в описании. Если вы все сделали и поставили колокольчик, то знаете, что вы лучший подписчик, друзья. Запоминаем, что 3 жизни, ребят, здесь нет сохранения. Я сразу говорю. То есть у нас, по идее, должен был быть это последний ролик, но я боюсь синего экрана. На всякий случай лучше сейчас это все дело сохраню. Лайк, подписка, колокольчик увеличит ваш пипончик, ребят. Вот, ребят, как-то так. На этом все, ребят. С вами был я, Лёх Смертник, Maximus Channel. И это было шоу Хриплых. Давайте, ребят, всем удачи, всем пока.